Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас реагирую на новую песню группы God The Beat. God The Beat, напомню, это супергруппа от компании Sam Entertainment, в которой находится несколько девушек, совершенно прекрасных, из разных замечательных групп, в частности, из Girl Generation, из Red Velvet и из Aespa, а также там есть Bo, которая у нас солистка. Вот, предыдущий релиз мне категорически не зашел, но я всегда не теряю надежду, слишком много таланта в этой группе скрыто. Вот, очень хочется, чтобы следующий релиз, вот этот конкретно, им композиторы как-то поинтереснее сделали. Все-таки немножечко чище, пожалуйста. Вот, и более музыкальным. Но да ладно, неважно. Перед началом реакции я вас попрошу поставить этому видео лайк. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. И скажу большое спасибо людям, которые меня поддерживают на Boosty. В особенности Шури, Илье Просину и Горш. А также Светлане Муник. Вот, давайте же. 3, 2, 1, поехали. Песня называется Stamp on It. Оставь свой след, поставь свою печать. У меня уже есть страшные подозрения, но пока... О. У нас опять есть довольно-таки громкий сэмпл, который фигачит на фоне. Пока он сочетается с музыкой нормально. Тут легкий типа разгон перед припевом. Агрессивно, но пока нормально. Хороший электронный переход. К части, которая не имеет предыдущего никакого отношения, ни музыкально, ни стилистически. Какие все красивые, кошмар. По музыку пока немножко молчу. Клип в целом бессюжетный. Просто больше похож на перформанс-версию, честно говоря. О, наконец-то вокал нормально показали. До этого, честно говоря, им это не особо удавалось. Окей. Нормальный электронный дэнс-брейк, почему бы и нет? Просто переполненный электронными звуками. Окей, здесь Карина очень уместно смотрится, особенно уместно. Ихё. Они немножко петли затянули, на мой взгляд. Её нужно было окончить примерно вот здесь. Было бы гораздо лучше. Ну, моё, короче. Как обычно мнение. Оно все длится и длится. Сколько она длится? 4 минуты. У меня ощущение, как будто уже пятую. Я абсолютно бессмысленно затянули, по-моему. В целом это мне больше зашло, чем... Да, хватит, СМД, я понимаю, все круто. У вас такой суперзвук. В целом мне это зашло больше, чем... Господи. Предыдущий релиз, назовем его так.
Но тут тоже есть странные моменты очень. Клип в целом симпатичный, очень агрессивная такая работа камеры, вот такие наезды постоянные, да, больше характерны, наверное, для JYP. Но, пожалуйста, у них не патент, да, сам такое тоже бывает. И здесь очень это хорошо сочетается с музыкой, с такой прям ух, прям караул. Вот, как-то так. В общем, да. Странно, давайте еще раз смотреть и пробуем больше внимания. Ну, 4 минуты, ну, не то чтобы это само по себе приговор, просто здесь это лишнее. Здесь не так много музыки для 4 минут. Давайте. В общем, что происходит, я не понимаю. Я почему-то взял и наушник переключился на что-то другое. Вообще вырубились. Офигеть, у меня все повырубалось. У меня у компьютера отрубился, видимо, Bluetooth просто так на ровном месте. Поэтому отрубил все, что только можно. Как это работает, я не понимаю. А теперь подключилось, да? Барабашки, не иначе, что-то ОСМ такое творят, что у меня просто к чертям отрубается все. Понимаете, у меня отключился Bluetooth, господи, трекпад, у меня отключились Bluetooth наушники, у меня все отключилось временно, и теперь просто через несколько секунд он подключился обратно. What the fuck? За мной следят, я почти уверен в этом. СМ, ты следишь? Ты следишь, СМ? Я знаю, что это вы. И тут, разумеется, да, слышно. Давайте заново. Вот этот... Это сэмплирование, ку-ку-ку, чтобы они там не пели, честно говоря, оно странно звучит, но в целом под основную мелодию оно ложится нормально. Хотя, на мой взгляд, создает слишком большой шум, но не настолько большой, чтобы мне это сильно портило жизнь. Опять же, из-за того, что они... Меня периодически говорят, что ты останавливаешь. Одни говорят, что ты не останавливаешь музыку во время прослушивания, а другие говорят, что ты останавливаешь музыку во время прослушивания. Всем не угодить, поэтому в первый раз я не останавливаю, второй раз останавливаю постоянно. С этим нужно просто смириться. Из-за того, что звучит такая агрессивная, на мой взгляд, такая музыка, прям громкая-громкая-громкая на фоне, то им приходится сильно громче петь. Из-за этого вокалом насладиться не получается как следует, на мой взгляд. Пианино периодически так проигрыш вступает. Ну, ушам было бы проще без вот этого ку-ку-ку. Но почему бы и нет? Здесь припев вполне себе... Хорошо вплетается, заходит после разгона, после основного куплета. Такой разгон был, честно говоря, малозаметный. Но почему бы и нет? Я не против такого, такой структуры. Вот, и они поют хором. Музыка здесь на фоне не уже меньше гораздо мешает. И поэтому припев хорошо воспринимается. Это даже мило. Хороший переход опять же на следующую часть. Ну а здесь они внезапно мажор включают какой-то яростный, и эта песня с предыдущей не сочетается. Серьезно, другая песня как будто. Опять SM любит, вот типа, я сейчас ставлю что-нибудь эдакое, несочетаемое. Я не знаю, на меня это в большинстве случаев не работает. Но кому хочется разнообразия, да почему бы и нет. Еще и синты эти на фоне играют. Они как-то слишком по себя все затягивают. Слушайте, опять. Я не люблю такую манеру пения. Не люблю, извините, простите, вообще не люблю. Ну, как бы, ну, у девушек есть вокал, все. Можно же спеть более спокойными голосами. Ну, гораздо более спокойными. Или высоко, но изредка. Когда ты постоянно поешь вот так, как будто на пределе своих возможностей, хотя это не так на самом деле, то у тебя эффект от такого высокого голоса, того, что девушка прям ух, изо всех сил поет, он скрадывается. Когда что-то постоянно кричит, кажется, что оно перестает кричать. Здесь гораздо лучше, кстати. Вот. Нет, правда, хороший переход в данном случае. Вполне себе годный куплет. О, припев.
учитывая, что они поют хором, то никакая фоновая музыка этому не мешает. И вот хороший, давайте назовем это бриджем. Но после бриджа должен был прозвучать последний припев, пожалуй, усиленный, возможно. Песня должна была закончиться. Но нет, она будет длиться еще 1.5 минуты. Ну вот, да, нормальный финальный куплет. Хорошо, будем считать, что это дэнс-брейк, а после этого припев. Но нет, мы вставляем большую секцию. Хотя секция, опять же, неплохая. Слишком много электронных звуков на фоне, но мне они нравятся сами по себе. И, в принципе, вот эта вот парочка мне, конечно, нравится, на самом деле. Они так неплохо, по-моему, спелись. Карина и Хё. Здесь опять темп песни сбивается на медленный. И еще один сегмент. Я говорю, она тянется и тянется и тянется. Последняя минута лишняя. Вообще лишняя. Возможно, проблема в том, что девушек много, и всем хочется дать побольше частей. Ну, здесь хотя бы закончите песню, но нет. Зачем вот этот кусок? Ну, зачем он, в принципе, нужен? Ну, он лишний. К тому же он бессмысленный. Чисто по тексту. Из этого песня кажется более однообразной, чем на самом деле, скажем так, экспериментальной, да, то есть парни или девушки из SM Entertainment хотели сделать эксперимент в очередной раз, а получилось немножко утомили меня не под конец. Но в целом мне этот релиз понравился больше, чем предыдущий, если честно. То есть здесь гораздо меньше моментов, которые типа, что происходит, почему эти части песни так не сочетают друг с другом. Нет, здесь этого гораздо меньше, здесь есть пара спорных моментов, повторюсь, и включая финал, да, долговатый. Но в остальном окей, да, я не в восторге. Но я и не в шоке, не в ужасе, как я был в прошлый раз. Вот, так что это хорошо. Возможно, следующий релиз у God The Beat. Безусловно, талантливой группы. Безусловно, талантливой группы будет все-таки прям хорошим. Вот. Но, тем не менее, напишите в комментариях, что вы думаете. Лучше, хуже предыдущего релиза. Или то же самое, по большому счету. Ждете ли вы следующий? Ладно, всем спасибо, всем пока. Поставьте лайк, подпишитесь. И если вам интересно, поддержите меня на Boosty. Я благодарю тех, кто меня уже там поддерживает.